Больше всего внимания на молодежном чемпионате мира в Москве досталось ей. 17-летняя звездочка, надежда, будущее российского гандбола Антонина Скоробогатченко. На домашнем турнире ее игра вызывала интерес. Да что уж там, была одной из главных интриг чемпионата. И это следующий шаг для нее самой, ведь ее впервые пригласили играть за молодежку. Да, конечно, намного ответственнее, тем более это последние соревнования в этой сборной, тем более в России. Поэтому, ну, конечно, все по-другому. Я чувствую давление с первого дня, с первой игры. Тяжело, тем более мы играем дома. Ну, как бы должны помогать родные стены, но все равно тяжелее играть здесь. Очень ответственно. Меня поддерживают все мои родные, мои друзья. Здесь огромная поддержка. Все пишут, все звонят. Вот, легче с поддержкой. Антонина играет в волгоградском «Динамо-Синаре». Уникальная гандбольная школа воспитала, взрастила очередной талант. Трудно представить, что бы мы делали без этого десанта из Волгограда. 9 игроков молодежной сборной – гандболистки «Динамо-Синары». Я начала заниматься гандболом с 8 лет. Просто захотелось заниматься спортом, и меня отвели на гандбол. На самом деле, мне не очень сначала давались спорт. Как-то только когда с возрастом мне как-то стало лучше. Так я не очень как-то начинала. Во-первых, команда – это самое главное, это поддержка. Во-вторых, вот этот азарт в игре, вот эта игра, мяч в мяч – это очень интересно для меня. Когда я только начинала играть, у нас в «Динамо» были все игроки Кочетова, Левина, вот кто, Дмитриева, вот, и с них я брала пример, Вяхерева, вот, Близнова, наверное, с них. Каждая сборная, которой противостояла Россия, должна была думать, что ей делать с правой полусредней нашей команды. Да, ей всего 17, но ее прорывы, ее бросок, ее бомбардирские успехи становились предсказуемой, но все столь же неизбежной проблемой. Однако, конечно, ей еще многое предстоит исправить в своей игре. Она сама это знает. Самокритично к себе. Да, очень самокритично. Да. Наверное, я отхожу где-то день. Мне надо отойти от всего, и потом нормально все. У гандбола это вся моя жизнь, я вся в гандболе. В принципе, мне больше ничего не надо. Антонине предстоит усилить свою игру в защите. С такими-то данными в обороне ее ставят играть с краю или меняют. Она переживает по этому поводу, но не сильно. Времени на сомнения нет. Сразу с московского турнира она отправилась на юниорский чемпионат мира, где от нее ждут еще большего. Мне кажется, тут я вообще не отдыхаю между играми, потому что мы в перерывах разбираем игры, смотрим матчи, обсуждаем все. Так что все в гандболе. Терпи, Тоня. Легче уже не будет, но мы все будем за тебя болеть.